знают почти все о рыбалке, охоте и активном отдыхе в Ноябрьске. Сообщество «Хантору» ведет активную деятельность на страницах интернета и в жизни. Какие глубины брали, в какие дебри заходили и другим опытом поделится с нами сегодня участник сообщества Игорь Глухов. Игорь, здравствуйте. Несколько слов о сообществе «Хантору». Когда было создано, для чего? Здравствуйте. Ну, сайт изначально создан был в 2005 году местным энтузиастом, а ныне председателем нашего клуба Андреем Гайдуком. В 2011 году сайт был обновлен и существует в нынешнем виде. Цель создания – общения, общение по увлечениям. Это активный отдых, рыбалка, охота. А кто может стать участником вашего сообщества? Есть ли какие-то критерии отбора, возможно? Никаких критериев нет. Любой желающий может стать участником. Нужно зарегистрироваться на сайте. Сколько на сегодняшний день у вас участников? Сейчас более 600. Более-менее, которые постоянные на сайте, это 100-150 человек. В сообществе на сегодняшний день рыбаки и охотники только из нашего города или более широкая география? В основном, да, из Ноябрьска. Но также есть люди из Сургута, с Губкинского, с Мегиона и других городов. То есть из России, из каких-то других городов нет участников? Нет, сайт местный. Хмао, Юнао. Ну, это тоже очень интересный опыт. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем сообществе инициативная группа и каковы ее задачи? У нас основную вот эту вот нагрузку несет наш председатель Андрей Гайдук. Он и организацию в основном проводит. А мы помогаем кто по мере сил. Вот. В организации мероприятий всевозможных, там соревнований. А какие возможности сайт «Хантору» дает всем участникам? Прежде всего, общение между собой, обмен опытом каким-то. В основном общение. Насколько известно, вы проводите очень часто встречи. Какие-то, может быть, уже стали традиционными? Да, традиционные у нас зимние и летние соревнования по рыбалке. А также, ну, мы назвали так, встречи жидкой воды, встречи твердой воды. Соответственно, это весна и осень, когда лед встает. Тоже проводятся рыболовные лотереи, соревнования по рыбалке, там всякие поиски кладов. Вот так. То есть вы сами для себя придумываете развлекательную программу? Да. Но все-таки ваши встречи носят только развлекательный характер? Нет, в основном приходится, к сожалению, на каждой встрече прибираться перед тем, как провести мероприятие. Потому что, ну, легко доступные берега замусорены. И один раз выезжали на озеро Ханто просто убираться. Было такое мероприятие, устраивали мы субботник, свой собственный. На сайте Хантору есть форум, в котором общаются рыбаки и охотники. Какие темы чаще всего затрагивают? Самая такая частая тема – отчеты о поездках. Кто куда съездил, что поймал, на что. В общем, ну, а также кто куда собирается. Есть тема отчета о поездках, а есть ближайшие выходные, кто куда. А, например, вы разговариваете о том, например, как приготовить уху из свежесловленной рыбы или, возможно, где клюет лучше? Есть такие темы в вопросах и ответах. Есть, но основные, вот, которые я назвал. Чаще всего людей интересует это. Кто куда съездил и где на что клюет. То есть получается, что рыбаки, в принципе, охотно делятся своими секретами, да, грубо говоря? Ну, на нашем сайте, да. Осуществляете ли вы поездки на рыбалку в городе, либо за город? Как далеко уезжали? Наши участники, ближайшее место на Нангпёхе рыбачили, а самое дальнее, даже затрудняюсь сказать, на Итыпур ездят, на Тромьеган ездят, на Холмогорское месторождение. Кто куда? Ну, актуальнее, лучше куда поехать? Остаться в городе или все-таки лучше клюет за городом? Лучше клюет, чем дальше от города, тем лучше клюет. Чем меньше людей, чем труднодоступнее, тем больше трофеи. Какие у вас были трофеи самые такие интересные, большие? Да, у меня не было больших. Наверное, как у большинства здесь. Средние щучки, окуни. Не более того. Главное поехать на рыбалку и время провести. Какие планы у сообщества на будущее? Привлечь больше участников, больше соревнований проводить.
Но, может быть, вы все-таки раскроете небольшой секрет. Какие самые распространенные все-таки места для рыбалки и охоты? Насколько я знаю, с Ноябрьска на Ятыпур ездят большинство людей. Потом на Пикапур. Вот две реки. А какие есть трудности и преимущества рыбалки именно в нашем регионе? Трудности – отдаленность до водоемов. Город Ноябрьск, он на водоразделе находится. И до ближайших рек, более-менее рыбных, ехать от 80 километров приходится. Или озер, допустим. Преимуществ, если честно, я не вижу преимуществ рыбалки в нашем регионе. Но все-таки, тем не менее, ведь что-то вас объединяет. Романтика, походы, совместные посиделки у костра. Вот. Хорошо, спасибо. У вас сейчас еще есть такая возможность обратиться, возможно, к рыболовам, охотникам, которые тоже очень любят эту деятельность, но, возможно, не знают о вашем сообществе. Хочу обратиться с просьбой к рыбакам и охотникам после того, как вы проведете свой досуг у водоема, увезите мусор с собой, пожалуйста. Не оставляйте на берегу. И все мы вас ждем на нашем сайте hanto.rf. Игорь, спасибо за то, что нашли время побывать сегодня у нас в студии. А я напомню, у нас был участник сообщества hanto.ru Игорь Глухов. До свидания. До свидания.